втором акте мы возвращаемся к оригинальной концовке. Жизель прощает Альберта, прощается с ним и просит его вернуться к своей невесте. То есть конец спектакля, он очень христианский на самом деле. И Жизель просила, и Батильда прощает. Есть еще фрагмент, который исчез, не очень понятно в какой момент, но у Петипа его уже не было. Это фуга Велис, вакханалия Велис, которые пытаются разделить Жизель и Альберта. Влюбленная пара стоит, ну, он живой, она призрак, да, они держатся за крест, они стоят возле креста, и крест не позволяет Велисам проявить свою власть, мерти повелительницы Велис. Вот. И они в бешенстве набрасываются на этот крест и отлетают из-за того, что вот сила креста не дает им проявить свою силу.